Ну вот, ловил подлещика, клюнул карп. Удочка Evolution шестерка. Основной, предполагал, что он может клюнуть, поэтому основная леска 0.23, поводок 0.18. Но карпик по ощущениям 2 плюс до 3. Так вот работает. Вот. Все хорошо. Я это удилище купил специально именно для того, чтобы когда ловишь на мах леща там или рыбы, ты предполагаешь, что может клюнуть карп. Так и получилось. Это первый карп на это удилище. Сабанеев Evolution Pro 600. Я специально снимаю это видео, а я даю ребятам с Multifish, чтобы они распространяли. Как бы мне за это ничего не нет. Ну, может, скидку дадут, не знаю. Как бы я это делаю, потому что я очень рад, что у нас такие удочки делаются под брендом Сабанеев в нашей стране. Ну, сами удочки не в нашей стране, но сам бренд наш. И то, что ребята этим занимаются. У меня уже несколько удочек. Предыдущее видео я им посылал, когда мы поймали, моя жена поймала амура на Лидер Про. Ну все, уже теперь я его возьму. Ну вот, карп подсачки. Снимаю специально, а то в прошлый раз, когда амуры снимали, кто-то там в комментариях написал, почему не видно карпов подсачки. Вот показываю еще раз удочка Сабанеев. Так, карп. Поплавочек у меня тут 5 грамм, поймался он на опарыша. Ну, где-то 3, наверное, где-то килограмма, не больше точно. Ну, то есть трешечку он 0.18 поводок, 0.23 основная. Нормально. Потому что до этого вчера я ловил на другую удочку. Не помню уже на какую, маховую, был очень маленький. Тонкая леска была, и поводок оторвал аж бегом. Сейчас они сильные, заразы. Осенью карпы. Ну вот так. Всем привет с Краснодарского края.